Джеймс Бонд и его девушка в ярком танце скользят по льду. Такой образ для произвольной программы выбрала пара из Санкт-Петербурга – Алиса Абдуллина и Максим Нуралиев. Сейчас я подуставший, наверное, наполовину. Я просто Джеймс, не Бонд. Но на льду, да, Джеймс Бонд. На льду появляется цыганский барон с невестой. За очки в произвольном танце борются юниоры из северной столицы. В трех минутах проката целая история. Встреча влюбленных, ссора и свадьба. Спасибо большое за прием в Сочи. Очень красивый город. И мы просто весь сезон ждали поездки сюда. Спасибо большое. Спасибо большое. Конечно, всегда можно лучше, но мы довольны нашим прокатом. Поездки в Сочи на главный юниорский старт сезона ждали фигуристы из 22 регионов. Чтобы выйти на олимпийский лед, они прошли серьезные зональные отборы. В Сочи приехали 84 лучших. Эти соревнования разделены на два соревнования. Это первенство России по танцам на льду и парному катанию, и всероссийские соревнования «Надежды России» по одиночному катанию. Сегодня в Центре по фигурному катанию «Юг спорта» второй день турнира. Накануне прошли соревнования среди пар и в танцах на льду. Фигуристы исполнили ритм танцы и короткую программу соответственно. Завтра на лед выйдут спортсмены-одиночники. В четверг они будут соревноваться в короткой программе, а в пятницу – в произвольной. Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ».